На седьмую субботу не успокаивается и Хабаровск. Там проходят митинги в поддержку Сергея Фургала. На сегодняшнее шествие, по данным мэрии, вышли 1500 протестующих. Мэрия заявляет, что это на четверть меньше, чем неделю назад. Протестующие собрались на площади Ленина, скандируя «Свободу! Я, мы, Сергей Фургал!», ну а потом прошли по центральным улицам города. Акция проходит в крае уже полтора месяца. Полиция грозит нарушителям задержаниями, но пока вот массовых разгонов не устраивает. И вот картинка сегодняшнего дня. Вот уже седьмую субботу хабаровчане выходят протестовать против ареста уже бывшего губернатора Сергея Фургала. Традиционно все собираются на площади Ленина у дома правительства. Прекратите аресты участников протестов! Мы сейчас находимся на Амурском бульваре, чтобы оценить количество людей. Вот здесь заканчивается колонна, обходит по кругу Амурский бульвар. И вот здесь мы видим, что уже идет начало колонны. Сегодня впервые за 43 дня протеста хабаровчане сменили маршрут. Вместо привычной улицы Муравьева-Амурского они решили спуститься на Пушкина. Возглавляет колонну известный в Хабаровске Фургаломобиль. Скажите, почему с таким плакатом, с таким лозунгом сегодня идете? Я знаю, что за рубежом очень многие следят за нашей ситуацией. Ну, не только за нашей. Что у вас написано на плакате? Что Кремль нарушает наши права. Кремль нарушает права человека. Свободу Фургала. Вот сейчас Дегтярев заявил о том, что он будет брать ипотеку. И уже становится понятно, что он не собирается уезжать из Хабаровска под давлением протестующих. Вот как думаете, есть у него шансы в 2021 году на выборы? Все равно никогда не будет пользоваться поддержкой народа. И будет только вот эти непонятные ситуация, когда он будет, может быть, и стараться, но народ его не принял и не примет. Нам нужен наш Фургал. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Он пускай берет ипотеку, без разницы. Потому что мы все равно надеемся на то, что придет Фургал. И что здесь делать Дегтярева в будущем, я не представляю. А вот то, что сейчас молчание, ничего не говорят, то есть власти не реагируют никак. Надо выходить постоянно, больше и больше народу. Им ничего не останется делать, как принять наши требования. Потому что уже выходили изначально мы, Хабаровск. Посмотрите, что сейчас в стране творится. Каждый город все равно нас поддерживает. Хабаровск, выходи! Хабаровск, выходи! Не боитесь выходить? Вот сейчас очень много приходит штрафов за участие. Ну а что делать? Назад-то уже никак нельзя. А что думаете о том, что вот сейчас Дегтярев берет ипотеку? Я о нем вообще не хочу думать. Он для меня ноль. Вообще никак. То есть то, что он пытается как бы расположить себе народ? Какую ипотеку? Он уже наворовал там. Ему хватит и так. То есть не верите? Нет, конечно. Он пустое место. Вообще, какая бы власть ни повернулась, ну для меня он никогда не будет губернатором. И к нам из Хабаровска по скайпу выходит журналист Евгений Мотлохов. Евгений, здравствуйте, слышно ли дождь? Да, добрый день, Антон, слышно хорошо. Добрый день. Мэрия заявила, что официальные данные 1500 вышедших сегодня на улицы Хабаровска. Согласны ли вы с этими данными, либо людей было больше? Я думаю, что нет. Если знаете, думаю, уже пол России изучила географию Хабаровска. У нас есть улица Тургенева, где есть спуск и подъем. И вот на этой улице видно людей. И вот по моей субъективной оценке, по заполняемости этой улицы, численность была сегодня где-то 10-12 тысяч человек. 10-12 тысяч? Да, ну опять же, по субъективной оценке. Да, никак не полторы, по крайней мере, ну, это разница существенная. Скажите, вот уже седьмую субботу, лозунги теми же остаются или какие-то новые требования появляются? Потому что ощущение, что есть такая уже инерция, ситуация никак пока не меняется, либо все-таки какие-то новые требования, лозунги, они звучат, или все остается так, как было?
Посмотрите, основной лозунг, он остается один с первой субботы, с первой акции. Это честный открытый суд присяжных в Хабаровске. И в зависимости от повестки еще добавляются какие-то такие дополнительные лозунги. То есть уже как две недели здесь в Хабаровске кричат «Живо Беларусь!». Много было солидарности с Байкалом, с защитниками горы Шхана-Куштау в Башкирии. Сегодня были лозунги в поддержку Алексея Навального. Кричали «Навальный, живи!» И были такие более жесткие лозунги по этой теме. Как действует себя полиция? Как действовала сегодня и предыдущие недели? Не разгоняет по-прежнему митинги, несмотря на то, что они не согласованы и никем не санкционированы, чего требует, видимо, тоже местное законодательство. Как ведут себя силовики в городе? Эти полиции сейчас практически не видно, они реагируют на какие-то отдельные инциденты, но чтобы никаких попыток разгона, я думаю, не предвидится. Потому что, во-первых, по будним дням обычно стоят машины в двух местах по мере шествия, и один-два раза требуют, что граждане, ваше шествие незаконно, перейти с проезжей части на тротуар. То есть не разойтись, а просто перейти с проезжей части на тротуар. Но люди это слышат, скандируют «Мы здесь власть» и с проезжей части не уходят. И, по-моему, сегодня также несколько раз в мегафон объявляли о том, что уйдите с проезжей части, но люди на такие требования не реагируют. Евгений, есть ли какое-то лицо протеста у Хабаровска сейчас? Потому что очевидного лидера, видимо, за эти все недели не появилось. И как меняется или не меняется отношение к Дегтяреву? Оно по-прежнему очень жестко критичное, либо уже как-то люди смирились с тем, что Дегтярев временный губернатор в крае? Смотрите, по лидерам, понятно, какого лица протеста нет. Я думаю, что есть где-то там десятка-два человек, кто уже перезнакомились друг с другом на ежедневных акциях. Они как-то структурируют протест, организуют там. По Дегтяреву сказать не могу точно, но думаю, что где-то у него в Хабаровске по-прежнему его сильно не любят, но это вот уже тема отставки Дегтярева, она на протестах уже улеглась. То есть вот в первые дни после его назначения кричали там «Мишаня в баню», «Чемодан, билет, Самара», а сегодня как-то существуют два параллельных явления: губернатор Дегтярев и хабаровские протесты. Спасибо. Евгений Мотлыхов, журналист из Хабаровска, был на связи с «Дождем». Обсуждали сегодняшнюю акцию. Уже седьмую субботу проходят акции в Хабаровске. И вот о сегодняшней говорили с Евгением Мотлыховым, журналистом.